Добрый день, меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети туристических агентств Viking Touristic. Приглашаю вас на инспекцию отеля Holiday Park Resort. Хотите быть в курсе изменений в туризме? Подписывайтесь на мой канал. Ресепшн небольшой. Стандарт. 32.01 стандарт. Две кровати, одна большая, одна маленькая, раскладное кресло, покрытие здесь ламинат или паркет, телевизор еще старый, кондиционер центральный, ванная комната, здесь душ, есть ванна. Как ее использовать? Балкон. Небольшая. Территория небольшая, компактная. Вот она, территория. На минус первом этаже находится торговый центр. Здесь магазины. Главный ресторан. Сейчас пусто. Есть детский бассейн, детская горка небольшая, аквапарк небольшой, 4 горки, 3. Амфитеатр. Здесь проходит вечерняя шоу-программа. Есть теннисный корт, вот он. Есть платная зона лежаков. У них есть своя волейбольная площадка прямо на пляже. Здесь уже песчано-галечный. Мы видим здесь песок, гальки меньше. В соседнем отеле было наоборот, только галька большая. Площадка, только сетка не натянута. Вот какой мини-клуб здесь небольшой. Отель молодежный, здесь много молодежи. С детьми здесь уже не настолько будет интересно. Находится вот здесь вот. Подведем итоги по отелю Holiday Garden. Он был построен в 2007 году. Три водные горки.
Wi-Fi бесплатно. У них есть только стандартные типы номеров. Анимация 6 человек активная. Дискотека с 24.00 до 2 часов ночи. Все бары работают с 10 до 24.00. Два ля-карт ресторана. $30 сейф депозит. $20 депозит полотенца. $2 за то, чтобы полотенце поменять. $3 в сутки.